Пока что боссы рейнджовые. Я вот смотрю, одни рейнджовые. Игра пока какая-то рейнджовая. Ну, если бы ты была охотником и вот так вот кайтила просто в рейнже всех боссов, хилилась и кайтила, уже. Ну, я взял что-то среднее. Не, я просто не знал, я думал, танк там вообще неубиваемый. Я думал, танк вообще нам по-любому понадобится, потому что ты там весь урон на себе будешь там, ну, как классический танк. В этой игре это такое, формальность. Нам сердце нам дали квестовый номер. Ля башня, короче, смотри. Типа невидимо. Типа невидимо. Все, мы прошли. Еще какой-нибудь адовый, да, босс, и все. Или это начало только? Я там видел на стримах некоторых боссов. Тоже очень забавно. Там люди втроем, четвером били их. Втроем били. А, ты сейчас погибла, да? Правильно понял? Это типа... Чего значит? А почему ты погибла, а я переместился? В смысле? Ты реально переместился? И тебя убил, а я нормально... Чего? Типа, блин, я тебя в жертву принес. Поговорить с хранителем. Последствия мрачнее, чем трещины в стенах. Растут. Ты видишь ролик? Окружают меня. Человек, ядро сгнило, корень заражает все. Зачем ты отвлекаешь хранителя? Неважно. Шансы успеха ничтожны. Стражи уничтожены. Пожиратель на свободе. Лабиринт рушится. Я могу лишь сдерживать эту силу. С другой стороны... У тебя может получиться. Хорошо. Входи и ищи. В лабиринте есть все пути и бесчисленные возможности. Если твой путь существует, он внутри. Да, время есть. Корню помогли. Намеренно или случайно, это уже не столь важно. Пожиратель стер стража лабиринта. Теперь только я сдерживаю бесконечное гниение. Увы, время не поможет одержать победу. Корень угрожает всем мирам, поэтому в каждом из них есть защитник. Стража одолеть непросто. Когда страж гибнет, корень поглощает мир, становясь сильнее. Гибель нескольких стражей. Я хранитель. Я погибну последним. Но, как бы там ни было, это все, чем я могу помочь. Если я вмешаюсь, твое дело будет обречено на провал. Ну, в общем-то, нашли мы хранителя. Вроде как...
вроде как. А, ну теперь в красивом, кайфом, таком и обычном. О, вау. Ничего себе. Лабиринт. А ты видишь что будет? Прикольно, вот. Талант Дархранителя. Слушай, давай, наверное, подтянемся, мне кажется. Прокачаем этот туда-сюда. Ну, сразу понял, кто тут лишний. Аннихилировал сразу одного и вызвал. Не знаю, ли он с женщинами не разговаривает. Я не знаю, какие у него были. Иди уже. Приколы насчет этого. Вау, модификатор новый, вулкан называется. Погоди, а это даже... А это огнемет. Пылающее сердце дает возможность купить огнемет. Точнее, создать его. Магазин возьмёт. Для чего он ближнего боя, короче? Ну, такого среднего боя. Эйс говорила, короче, можно купить огнемет. Словно она всегда там была. Прикольно. Я бы к ней не приближался. Кто знает, что на уме у этих сорняков. Конечно. Не, не знаю, насколько... Ой, я пойду сначала так, а потом сюда. Пока. Огнемет огнемет. Ну, не знаю даже. Дракон убит? Теперь убей остальных. Ну, давай глянем. Создание. У меня полно работы. Так, ну там у бабули ничего не можем купить или прокачать. Иди уже. Так тебе удалось. Это не... А ты не робкого десятка. Что тебе нужно? Нет, мы же симулятор не нашли. Не знаю, пока. Так, талант. Кстати, очень полезная тема. Дар хранителя. Талант появился. Сопротивление всем стихиям. О, вот это, кстати, коряги все равно везде. Но это был настоящей проблемой. Больно. Здесь так вообще сбросить талант? Либо? Береги себя. Пофармишь еще. Ты огнемет покупала?
У меня уже денег нет, но я не знаю, это нужен, нет. Ну скажешь, прикольно тебе. Ты в мили. Ты все равно в мили. О! Нихера себе. Ты его еще если прокачать, так вот. Но он еще и поджигает, правильно? Охереть. Скажешь, короче, понравился или нет? Ну, ДПС какой-то нормальный. Я его потом сейчас все деньги потратил на другое. Откройте настройки мира. А придется искать какие-то публиковые. А его на место дробовика типа, да, ты поставил? О, его можно вместо пистолета поставить, ничего себе. Так я бы его поставил, да. Что у меня этот. Найти основателя. Ну, давай. Ну, прямо хотя бы можно пойти. Короче, выбор-то у нас непростой. Куда можно? Туда идем. Так. А, можно внизу. Можно внизу подобрать. Молодцы, хорошо, да. Это за печати какие-то, не понятно. Наверное, это телефон какие-то. Почистить, да, телепорты просто, да? Типа и туда портануться почистить. А, погнали, короче, там нас ждет пиздец очевидно. Это мы и без записи знаем. Да какой лор? Корни гнил, все я. Спасибо. Вот, ролики. Вот он, третий игрок наш. О, я вышла. Такая. Ваша милость, это я ты не ждала. Вышла? Вы... А, ты себя увидела, вы да, не на он. И все же вы открыли врата. Вы существо, не он. Равное Нуи? Верно. Простите мое замешательство. Вы не он. Вы почтили своим присутствием пески восточного ветра. Вы благословили нас своим присутствием. Таких, как и вы, нет в этом мире, ваше бесподобие. Я таких никогда не видела. Не знаю никого с таким да, именем. Да, нам прикольно. Есть тот, кто может знать, но... Он не из тех, кто делится информацией. Разве что с другим Нуи. Кто такие Нуи? Кто это... Конечно, конечно. Простите мне мои сомнения. Его зовут Эзлон, бессмертный король. Он будет рад встретить достойного соперника. Но мы еще сейчас драться. Он правит из цитадели в каньонах за вратами Черного Солнца. Кем врата тобой закрыты правит? С незапамятных времен. Но вы найдете путь ваш, как и все Акари. Я жажду возвращения стража и возрождения планеты, ваша проницательность. Проницательность. Для меня ну, будет да, честь доброго вам пути, ваше святейшество. Ваше святейшество, ваша проницательность, ваше пенетрейшество. Да. Ну дай отдохнуть, да? Ладно.
бородач. Она так не мешает. Ты ее дол. Ты ее дол. Совместно. Ля-ля, охотник подкрадывает. Это погано. Ладно, пусть воды. Потом к ней приду. Так, погоди. Еще один талант. Расход выносливости. Не, на один бренд это вообще. Лучше сопротивление качать. Либо жизни, либо сопротивление. Да, ну вот полезные темы. Просто выносливость лучше качать. А, талант. Так, что тут? Пустынька, да, у нас? Что-то тут как бы... Эти пацаны просто тащат, то есть. О, он жирный. Кровь не останавливается. О, шляпка. Да. Чё оружие не меняется? У меня оружие не меняется. Какой-то непонятный причине. Я чуть прокачал или побыстрее могу воскрешать. Я, кстати, прокачаю, может резать его быстрее. Да? Да, у меня его нет. Пацаны сами его убили. А почему его нет? Что за бред? Ах, нет, вот оно. Нет, вот оно стоит. Реально я не могу переключиться. Алло, я уже проверил. Что значит я его убрал? Что значит я его убрал? Если я не могу на нее переключить. А ты выбрал свой слот? Я не могу. Сейчас я перезайду. О, уже железо кованое. Необычное, именно кованое, которое нужно. Ну вот, короче, тут много всяких домиков, всякой фигни. Thank you.
на вороны. Ты мне скажи, этот огнемет прикольный. Моего пацана выбиваем. Блин, как они больно бьют, они вообще, я видел по 250. Да, мой пистолет что-то этот магнум вообще не юзаю. Юзаю, когда похилиться надо, и все. Так, здесь карта, в принципе, по-моему, большая. Да, мы пошли в один путь, можно было в другой путь, вот непонятно. Правильно ли мы пошли или нет? Тут собака сухая. А, она сразу умирает. Короче, я этот эликсир выпью на этот. На опыт я выпью. Да, ваншоты. Этот мой пацан, он вошел 200, сразу 200 там чем-то. Рюкзак забит. А, смотри. Они ваншотают. Не хватает места. Просто разве можно? Нет, они ваншотают с полтопа, они 250 бьют. А где ты? А, все уже. У меня еще два типа можно призвать. Он-то фиолетовый, кстати, лежит. Не хватает места. А камень не далеко, да? Ля-ля, я бегу, типа, у меня в спине палка. Кинул палку мне, чувак. Да, вызвал второго, смотри. Они просто промахиваются, но когда они, там, 90. Они когда попытают, прям хорошо. Нелегко. Два мурлока, челдобосика, два. Я вообще с одним оружием не могу на хилку переключить там. Может мне просто по приколу поменять оружие? Просто по фану. На другое сменить и потом. Поменять обратно, да? Я так не пробовал делать. А, ну сейчас поменял обратно замену, сделал рокировку. Не могу менять все равно. Как это так получилось? Тяжелая вода какая-то. Может я не могу, потому что там вес. Я не знаю, там вес есть же, да? Туда-сюда. Слушай. Ну, я не могу реально. О, радиоактивная появилась. Что это вообще? Амулет есть теперь у нас. Повышает урон от радиации. Да потом будешь все равно это все вырезать, все эти излишки. Рюкзак забит. Так перекатывается забавно. Я не могу поменять на этот, на пистолет. А это значит, у меня нету хилки. Для
причем теперь никакой уже. Есть проблемы? Ну ладно, как правило. Вовремя, потому что там и собаки, и то, и то. А что же тогда в другом, вот, в поворот в другой? Ну не могу все равно меня. Внимание! Решить эту проблему. Неужели просто Пэштал Магнум не хочет использовать здесь? А если я поменяю на другой пистолет? Не, он вообще пистолет не хочет юзать. Никакой, ни Магнум, ни... Слушай, да я... Все реснулись? О, так это фарм, да? Это фарм? Погнали фарм, пофармишь. В смысле? Да у меня один пипы бьют. Он 90. Двести двадцать пять. Да, все есть, все есть. Нам там много пара. Рюкзак забит. Прикольно, мне такая игра нравится. Сейчас бегу в бой. Пойди с ними. Принято. Я скажу. Бежи. А, не успел. У меня проблема. Надо вот это резко увеличить. Это. Скорость резко. Я прокачаю хотя бы на процентов 30. Блин, это бы вообще спасало. Погнали. Мы подфармили, кстати, и опыта хорошо подфармили. Вообще нормально. Когда видишь, не хватает, да? Впрочем, мы так и не узнаем, что там было. Да, видишь, есть другой. А, там, наверное, уголок маленький какой-то сзади. Погнали вперед, да дальше. У нас, наверное, по главный путь самый. А пистолет как не хочет резаться, так и не резается. Защита. Давай, да. Что-то вообще тут такое происходит. Сейчас я скажу, на базе хотя бы появляется. Да, в Росалах какой. Нормально, не знаю. Поработали, слава. Может, у меня колесико мышки спало в управлении как-то настроек? Ну, управление. Так, погоди. Дайте поменять оружие. Смена оружия. Что-то нужно? Что тебе нужно? Что
это значит? Мина оружия? А, конечно. Молодец. Сейчас я выставил по умолчанию. Береги себя. Ну да, что там мышка, сама мышка поехала. Типа. Эй, бродяга. До встречи. Иди уже. Что-то нужно? Сама мышка вылетела. Что тебе нужно? Драйвера. Когда это интернет, скачки туда-сюда были. Вот все, я зашел в драйвера, сейчас я заново все выставлю. Будет работать в рок. Пока. Что еще? Что? Надеюсь, оно того стоит. Короче, на X, да, меняет оружие, да? Ну да, на X меняет. Все, закончили. Мышки. Короче, колесико. На да, X хуйня. Ну я понял, на ком. Хорошо, я понял, хорошо. Управление. Просто мне к новой теперь. Смена оружия. Пят... Ну, в принципе, даже может где-то и лучше. На эту кнопку. Чем на колесико дрочиться. Так, да, я тут куда проверю, короче. Так, жидкие клады где? Никогда не юзер. Появились бабки, это значит, я могу сделать апгрейд или купить этот. Вместо пистолета как раз. Ну тебе понравился огнемет? А? Или херни? Но он еще и горение эффект вкладывает. Он очень скорострельный, на 15 метров еще эффект горения вкладывает. Поэтому надо брать, потому что... О, за него... Ну да, да, за него дают ачивку. Таланты. Любой доктор. А ну ладно, я за ДД играю. Ты короче, чё, так правда? Там два этих, там. Ничего от, себе. Буду полевого док. Да. Че, кого возьмешь? Сейчас вместо магнума, блин, у меня магнум такой прокачанный, конечно. Не знаю, даже есть ли смысл.
Ну, смысл, может, и есть. Потому что будут боссы, которые требуют пиздануть огнем, да, по ним? Будут такие? Это магну можно прочать. Что, винтовку можно прочать. Но прокачка у него дорогая, я тебе скажу. Ладно, я его пока выбирать не буду. О, заработало это колесико мышки, прикинь. Все, уже поменял, все. Колесико заработало. Бывает что? Погнали. Помню запись. Все, погнали дальше мочить их. Наступил на люк. О, Година. Короче, пацаны всех развалили. Пацан выбежал.
Ох, тут сундук такой интересный. Быстро. Я, кстати, своим кинжаликом новым мне ничего не дрался. Восемь он прыгнул на него, ударил. Да, фиолетовая. А там опоцка. Короче, я на 20% быстрее рисую, пока что еще два таланта закину, чтобы на 30% быстрее рисовать. Что-то долго рисовать, это не кайф, конечно. Там вот эта секунда, она очень важна. Лишняя. Быстро рисовать, это кайф. Свой шлем, блин, снимешь, я хоть посмотрю на тебя, как ты выглядишь. Ты что, если не можешь купить шапку какую-то, друг? Сними, я хоть посмотреть. Что ты там создала? Ты создала персонажа? Ой, блин, наконец-таки хоть увидел, с кем я бегаю. Наконец-таки я хоть увидел. А ну, сядь, сядь вот так вот. О, наконец-таки. А ты грёбаный свой шлем закрыл. Сядь вот так вот. О. Это другое дело, а то в шлеме своем бегает. Нет, мы залазим какой-то. Ой, летающая черепа, короче. Даже без. Короче, здесь творится вообще какая-то. Дальше черепа. У них немного, да?
радиация рулит, да? Он по 380 бьет. 620? Что? Бля, просто челик ударил на 623, прикинь. Вот просто это самый пока самый топовый вызов от этих типов, самый топовый. Только недолго еще бегают. Жаль, что они по боссу не бьют. Так бы они, наверное, того босса бы дракона сами бы замочили. С таким уроном, блин. Чё себе. Дела не очень, но здесь хил. Блять, ну кадаешься. Зону можешь поставить? Нет, блядь. Так а чё, переставь тут другое. Ну, ваш... какое это оружие ты сможешь? Килка и мурлоки. Устроено, а убрать не можешь? Нельзя убрать? И у нее рез долго. Ой, там их много. Что, ты можешь рейснуть меня, алё? Может, вдвоём поиграем, типа больше демеджа будет. Хорошо, я буду убивать. Я просто ставлю, блин. Поставил. Да выпить там на радиолог. Там была тяжелая вода или что-то такое. Тяжелая вода, да, облучение рыба. Да, да, другое, я ее и выпью, и она от радиации. Хорошо. Нам сюда просто.
Надо подняться наверх. Самоцвет очищения. Так, погоди-ка. Радиоактивная. Да. Офигенный сейчас, кстати. Амулет. Круто, круто амулет. Ну все, теперь как бы нам эти радиационные движения не страшны. Да, мы носили амулет, я знал это. Но я думал, ну радиации все равно никакой нету, а потом мы попали в радиационную дверь. Ну все, и урона не получает. Рюкзак забил. Прикольно. Давай-ка пойдем в ту тогда. Вникай в сердце, блин. Я хилку ставлю. Враги могут быть рядом.
сундук там. Прямо. Слушай, ну этот лабиринт такой не маленький. Симулятор. Симулятор. Контрольную, иди сюда, юзай. Рез. Я думаю, сейчас босса, а вот как раз босс. Думаю, сейчас босса убьем, будем пидоры делать. Второй. А если там второй? О, крышка, надо же делать теперь. Вот этот пацан, не знаю даже. Вот. Лишний. Ой, какой страйки. Сейчас скажу, как вы его пробьют или нет. Не, его нашли. Всё, у него атаки, блин. У меня быстрый лес, типа, есть. Но фишка в том, что я не лез. Хотя не, я заюзаю сейчас сердце. Бегуте, сейчас попробую свой быстрый лез. Сзади меня никого нету? Ебать, я у тебя спрашиваю, у тебя есть сзади кто-нибудь? Я... Ясен хер, ты не знала об этом? Потравим, короче, поживу подольше. Сколько времени там? Ну, вижу, вижу. Да, надо еще рез быстрее себе сделать. Да, тут уже, блядь, столько мобов, кто... Ой, не, все. Дохуя, мол. Тут умирать нельзя, я не лез там сразу вообще. Тут даже если бы у меня супер быстрый рез был... Нет, нет, нет. Давай еще потравим его несколько. Прямом, давай его потравим. Погнали. Ну, как он его нормально снимает? Адов тут на голову. Пацанов, пацанов, блядь. Они больно бьют, они... Блядь. Давай попробую, быстро резко. Да-да-да, быстро лес нормально. Покайте, покайте. Но они, по-моему, его собьют, слушай. Или нет. Да я пока понять не могу. Блядь, он там находится, я не могу, блядь, прям... А что ты будешь делать? У меня тактика есть, план.
просто вызову типов, наверное. Эвиш. Он намного легче дракона, конечно. Но он очень изи. Он не для мели. Надо бегать. Опять это босс для ренджа. Бегать, кайтить, короче, вызывать мурлоков. Чтоб они пиздили адов и бить его потихоньку. Но он не такой жирный, как дракон. То есть он, ну, реально быстро хп отъезжает у него. Я не знаю насчет огня, он как поджигается, насколько хорошо. Но даже без поджога он в него хп едет отлично. Просто проблема мурлоков то, что они именно аннихилируют адов, а босса они вообще не, ну, не бьют. Но адов они уничтожают просто капитально. Поэтому... Так что, давай протянемся обратно туда.